света, что если сюда запах зайдет, он попадет в тупик. Замечательно. Уже стало больше кризисов. Да. Ну, значит, мы знаем у тройки, как, которые стоят на диагонали, как можно нарисовать линии. Не то, что нарисовать, а обязательно должны быть такие отрезки. Да, обязательно должны быть такие отрезки. Из-за троек придется нам двойку. Здесь будут характеристики. Нам придется вот так вот двойку нарисовать. Да, должны быть обязательно такие отрезки, да. Да. Здесь характеристик, потому что если сюда зайдет забор, то будет тупик. Значит, продолжение идет вот так вот. Дальше он только вверх может идти. Мы соединили с тройкой. И мы, значит, мы ее можем уже дорисовать. Отлично. Так, эту тройку мы тоже можем нарисовать. Если будет у нас здесь линия, то... То она никуда уже не будет. Да, никуда не сможет уходить. Так, еще вот здесь. Здесь тоже есть две тройки на диагонали. Да, отлично. По тем же соображениям вот четыре отрезка сразу рисуются. Да. Вот колестики. Мы смогли... Ой, здесь колестики. Так. А здесь колестики у нас, они тоже здесь не могут быть. Двойки у нас. Так, ну вот двойку мы еще можем продлить. Почему? Потому что... Ой. Не знаю, не понимаю. Да. Нет, давайте еще раз. Вот два отрезка вверх, я понимаю. Да. Вот два. А третий уже непонятно. Да. Ладно. Вот здесь тупик, так что мы идем наверх. Это обязательно. Мы их соединили. Значит, из-за этой двойки нам придется идти еще наверх. Потому что если мы пойдем, то будет замкнутый цикл уже, а у нас не должно быть. Отлично. У нас такого не должно быть. Так. Ага, вот, у этой двойки. Она вниз не может идти, потому что там тупик уже. Да. Так что идет вправо. От тройки нельзя идти вниз, вот там, где вы только что были. Угу. Смотрите внимательно. Нет, чуть-чуть левее. Да, вот этот отрезок, да, который вы сейчас показываете. А, да, от тройки нельзя идти вниз. Правда? И от нее вправо нельзя, только вверх можно идти. Ну, замечательно. Так, значит, можно идти. Да, и значит? Пока не очень понятно. А, если мы здесь нарисуем линию, то здесь уже два отрезка есть, и один, их три. Нечетное количество мы их не сможем соединить. Не сможем. Так что здесь линии не стоит. Она стоит вот здесь. И некуда идти, она идет вправо. Вот мы еще замкнули. Так. И вверху тогда тоже. Да, и вверху тоже. Так, они не могут сделать замкнуться, потому что они уже были соединены. Да, не могут. Мы их продолжаем. Это мы тоже еще подложим. Или тоже. Да, и это тоже подложим. Эту придется тоже продолжить. Это никуда идти, она пойдет. Нет. Надо правильно. Ей только вниз есть путь. Да. Здесь уже крестик. Замкнуться не могут, да? Так, это только вниз может идти. Да. Если оно сюда пойдет, оно замкнется. Здесь это идет вот так. Так. Это у нас продолжает. А, нет. Налево да, не ей может. Некуда идти. Налево сюда не может, да. И сюда нельзя. Знаешь, она вот. Сюда идет. Здесь мы рисуем. И это гибель. Наверх она не может пойти, так что мы рисуем здесь линию. Вот четыре у нас от выхода есть. Угу. Уже тут понятно, как их соединить?
И этот нельзя соединить с этим, потому что тогда эти мы не сможем соединить. Этот, кстати, тоже нельзя, потому что они соединены. Да, значит, это только с этим надо соединить. Да. Значит, мы их соединяем. А тут цифра 2 мы их вот так вот соединим. Все. Да, правильно. Отлично. Так, так, так. Пошли, 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 пошли. Что? Сплошной путь, да? Конечно, очень извилистый, но путь. Так, так, так. Вверх. Здесь мужик. Все, отлично, спасибо. Все.